Весной этого года в соцсетях все обсуждали новость о том, что наконец-то закончилась 7-летняя история строительства столичного ЖК «Зире-1». И почти 200 дольщиков получили ключи от своих квартир. Но вот только радость жильцов была преждевременной. Несмотря на то, что объект достроился, люди до сих пор не могут заселиться в свои дома. Ожидание продолжается. Когда же будет новоселье, выясняла Шолпан Аймбетова. До 30 июня вы заканчиваете? Ах, сажу. Второй день, третий день, ах, сажу. Заходите, я приезжаю. Понимаете, строителей нет. Работа не идет. Вот, Радон. Вот вы скажите, как закончится 30 июня, если приходит на мысль такая. Собственники квартир очень сомневаются в том, что их долгожданные квадратные метры перейдут в их владение в ближайшее время. После стольких лет ожидания сам факт, что строительство идет, радует, но настораживает то, какими темпами. Сама коробка, в принципе, построена, достраивается. Есть там мелкие проблемы, которые устраняются. Но глобальная ситуация не меняется в плане, мы не видим, вот завезли плиты, но относительно медленно работа ведется. И нету понимания, как это все, какой промежуток времени займет. Допустим, сегодня мы пришли, мы заново узнали, что первый момент, который был, нам должны были до конца месяца мая официально, это есть и протокольный, и акимат в курсе, и наш непосредственно аким города в курсе. Они знают, что в мае должно завершение быть строительство нашего объекта. Теперь оно все опять перенеслось еще на месяц. Вот как только мы близимся к следующему месяцу, вот я вас приглашаю, кстати, через месяц здесь увидеться. Да, непосредственно опять оно все сдвинется. Ну, то есть вот это колизей какой-то, я не знаю, там, это бесконечность. Ожидание ключей от квартиры – это еще не все. Дольщики вложились не только в приобретение жилья. Как выяснилось, им пришлось оплачивать за разработку архитектурного проекта дома. Прежний недобросовестный застройщик осужден. Оказалось, что документы строящейся недвижимости были не в порядке. Мы затратили на проект, который заново делала абсолютно другая компания, около 32 миллионов. Если рассматривать все объекты по нашему городу, то есть эта цена ниже даже рыночной, нам уступили, видя нашу ситуацию. Но из-за того, что нам акимат, вот последний раз это было на протяжении, ну, двумя месяцами ранее, обещал вернуть эти денежные средства, рассмотреть этот вопрос. Мы заплатили всю сумму за квартиру сразу, а они потребовали еще 500 тысяч заплатить безвозвратно. А сказали, что возвратят. Потом заставили 160 тысяч заплатить, и тоже нету ничего. Представитель компании-застройщика Ергали Ибраев перечисляет свои причины по возникшим проблемам. С его слов, работа ведется, а темпы строительства зависят от финансирования. Бывают проблемы с чем-то, с водой, с электричеством. В принципе, мы как бы не уходим от этих, мы исправляем, устраняем замечания. Не всегда все вовремя делаем, но не игнорируем людей. У нас, как я говорил, у нас были замечания, из-за которых нашу часть работ не принимали. Мы с тех пор массу замечаний устранили. И мы теперь ожидаем, что эти деньги нам поступят. И это будет приличная сумма, на которую можно будет сделать все благоустройство. Последняя задержка случилась только из-за того, что немножко на праздничные дни попали. Мы обратились в столичный акимат. Как долго еще дольщикам ждать свои квартиры? И какие меры принимаются со стороны столичных властей, чтобы решить эту проблему? На сегодняшний день на объекте строительно-монтажные работы практически завершены. Ведутся работы по благоустройству территории, которые планируется завершить до конца текущего месяца. А также ведутся работы по устранению некоторых замечаний дольщиков. Касательно вопроса возврата средств за разработку проектно-сметной документации, сообщаем, что в утвержденной финансовой модели проекта ранее понесенные затраты жилищно-строительным кооперативом «Зире-Самрук» на разработку проектно-сметной документации не учитывалось. В соответствии с порядком осуществления мероприятий по механизму завершения строительства проблемных объектов жилищного строительства города Нур-Султан, возмещение ранее понесенных затрат ЖСК также не предусмотрено. Все текущие проблемные вопросы решаются в рамках действующего законодательства.